Большую часть йошкар-олинских тротуаров приведут в порядок в следующем году. По данным из мэрии, сейчас идет разработка соответствующей проектной документации. Дело в том, что тротуары планируют не просто латать, а полноценно приводить в порядок дорожное покрытие. То, как это планируется сделать во всем городе, уже сегодня горожане могут увидеть на примере улицы Осипенко, где нынче были отремонтированы не только проезжая часть, но и пешеходные дорожки. Мы сейчас соответствующую разрабатываем проектную документацию, закладываем уже на 2015 год. При формировании бюджета города будет заложено около 30 миллионов рублей, которые будут направлены именно на те особо опасные участки, где у нас и аварийность есть, связанная с некачественным, уже ненадлежащим состоянием тротуаров и пешеходных переходов. Мы непосредственно намерены около 30 миллионов именно целенаправленно заложить на обновление тротуаров. Вся улично-дорожная сеть Йошкар-Олы – это около 600 тысяч квадратных метров тротуаров. Более 25 тысяч из них были отремонтированы еще в 2012 году. Тогда на ремонт тротуаров из бюджета Йошкар-Олы направили около 10 миллионов рублей. На следующий год на ремонт тротуаров в городском бюджете планируют заложить куда большую сумму. Ремонт дорожного покрытия меж тем продолжается. Завтра начнут приводить в порядок проезжую часть на участке от улицы Лебедева до улицы Мира. Ремонт продлится до 21 июля. На время дорожных работ будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного по улице Героев Сталинградской битвы. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.